Привет, друзья! На связи Big Game. Мы уже неоднократно говорили об обуви как о самом важном элементе экипировки охотника. И сегодняшнее видео не исключение. Сегодня говорим об одной из самых популярных моделей в ассортименте нашего магазина. Это модель Leopard от старейшей компании из Италии Zamberlan. Тут у нас сразу две модификации. Версия с классической шнуровкой и версия с быстрой шнуровкой Boa. Определенно первая является более надежным и проверенным вариантом. Что бы ни говорили, какой бы надежной Boa-шка ни была, старые добрые шнурки в этом плане, в плане надежности, конечно, выигрывают. Но Boa значительно экономит время, и это действительно невероятно удобно. К этой технологии привыкаешь так быстро, что потом просто не хочется возвращаться к традиционной шнуровке. Поэтому выбирайте, исходя из своих условий. И все-таки, если у вас, скажем так, запланирована автономная длительная экспедиция, то я бы, конечно, предпочел шнурки. Итак, Leopard — это ботинки, изготовленные в Италии для горной охоты. Стандартной высоты берца в 2 крючка. Есть также версия высокая, в 3 крючка. Она называется Lynx. Там аналогичная колодка, все остальное. Поэтому обзор актуален и для модели Lynx. Ссылка, разумеется, там, где всегда, в описании. Leopard, по большому счету, это охотничья версия туристической модели Vios. Выполнены они из цельнокройного куска кожи, выкрашенного в фирменный камуфляж толщиной около 2,5 мм, с водоотталкивающей пропиткой гидроблок, и дополнены они еще мембраной Gore-Tex Performance Comfort, что делает их водонепроницаемыми. Как я уже сказал, у модели высокая торсионная жесткость, что позволяет комфортно себя чувствовать на сложном рельефе, даже с тяжелым рюкзаком за спиной. В области лодыжки есть вставки из более мягкой кожи для гибкости. Обычно в сильно жестких ботах ходить по ровному довольно-таки сложно, поскольку они не сгибаются, поэтому инженеры здесь предусмотрели такой рокер, или же изгиб, который будет перекатываться, значительно облегчая ходьбу. Поэтому некоторые наши покупатели берут эти ботинки для охоты на равнинах. Хотя, как по мне, все-таки для равнины есть в ассортименте гораздо более подходящие, более гибкие модели. Ну, тут, конечно, выбор за вами. Мысок тут усилен ТПУ для того, чтобы в целости и сохранности сохранить ваши пальцы и нос ботинка. Помимо кожи мы видим вставки из синтетики в районе язычка. Это нужно для того, чтобы сделать обувь чуть полегче и, конечно же, для того, чтобы ботинки лучше отводили избыточную влагу. Фурнитура шнуровки тут металлическая. Ну, если мы говорим о традиционной шнуровке, конечно. В случае с Boa-шкой там свои нюансы. Например, такая кевларовая проставка для того, чтобы язычок не перетирался проволокой шнуровки. Подметка от Vibram специально разрабатывалась для Zamberlan, имеет агрессивный разнонаправленный протектор и обеспечивает превосходное сцепление. В межподошве же в качестве амортизирующего условия используется вспененный полиуретан. Он несколько тяжелее, но более живучий, чем EVA. В общем, ботинки Zamberlan Leopard очень сбалансированная и продуманная модель, которая точно не подведет вас на охоте. Не переставайте открывать этот мир. До встречи в новых видео, до встречи в магазине. Пока!